Ну, а дальше мы пойдем проходить Адзусу сегодня. Не, Ниблер, позже, позже. Фарм позже, сначала Адзуса. Я поставил себе цель сегодня Адзусу немного еще пройти, поэтому берем ее. Так, сейчас выберу ивент, потом костюмы посмотрим. Айдоро. Окей. Ну да, у нас она еще Е-ранг. На Е-ранг идет. Значит так. Айдол. Так, где же вот этот подходит? Или вот этот? Или вот этот? Вот этот лучше всего подходит. И стату дают довольно неплохие. Плюс и еще одно сердечко. Не, бля, ну да, само собой. Как бы надо запариться, чтобы посмотреть. Это нужно было посмотреть в самом начале. Посмотреть, у кого какие характеристики. И потом собрать, типа, наилучшее. А уже поздно, я уже собрал своих. Так. Ладно, нужно выбрать три песни. Мастер. А, стоп, да, тут же в трио идут, блин. Да-да. Здорово, Silverguard. Ну, посмотри, сейчас увидишь, долго объяснять. Так. Ну, вообще-то я так и возьму. Мне эти песни устраивают. Короче, в двух словах, продюсировать сюжет, геймплей и так далее. Всякие работы и так далее. Оригинал, ну вообще-то она уже в каком-то смысле RPG. Все, погнали. Адзуса, прокачаем тебя. А потом посмотрим сюжетную сценку. Интересно, что у него там будет. Так, все нормально, все нормально, все нормально. Вперед. Даже экипировка. Вот именно, экипировка, и крафт есть. Тут столько всего есть, что у тебя мозги взорвутся. И фарма очень много. Фу, блин, я забыл, что тут еще сценки перед выходом. Блин, я постоянно забываю про это. И уже готовлюсь к... Ну. Так, я уверена в том, что типа это сделаю. Я... И тренировалась перед лайвом, поэтому продюсер, давайте за ручки возьмемся, чтобы я была более уверенной в себе. Хорошо, за руки. Эва! Так, это само собой мне даст уверенность. Я смогу добиться успеха. А, вот оно как.
Ну, короче, Адзуса, желаю тебе удачи. Все, погнали.
Язуса прекрасно. И песня Miracle Nights просто топич. Silver Guard. Вот именно ради того, что ради игрока, который играл и смотрел на кнопки, но не смотрел на выступление. После того, как ты сыграл песню, есть на бис вызывает. И, собственно, вот сейчас пойду на бис, где я просто наслаждусь выступлением. Такие дела. Так что... Так, все, сюжетка. Ну, ребят, да, я, блин, забыл опять про тот момент. Ну, там на бис тупо вызывали, ничего такого мы не пропустили. Вот, самое важное тут. Так, несколько дней спустя. Так, сегодня у тебя ивент рукопожатия, скажем так. Это твое первое большое событие после того, как ты Адзуса подняла себе ранг. Слава богу, все прошло хорошо. Плюс вот это местечко как раз находится недалеко от нашего лагеря. Да, это
блин, как бы это сказать, небольшой городочек, даже деревня в каком-то смысле. Поэтому прийти сюда намного легче, чем пойти в центр города. Окраины города, короче, какой-то. Да, но я даже не могу поверить. Даже несмотря на то, что все это не происходит в центре города, все равно много было сегодня людей. Это все благодаря тому, что я подняла себе ранг. Спасибо большое, продюсерса. Нет, Адзуса, это все... Ай, блин, тут опять... Корни в землю, что ты встал... Короче, перефразирую. Адзуса, это, короче, все... Сама, ты сама. Ну и плюс... Многие возле тренировочного лагеря тебя знают. Может быть, мне в таком стиле и дальше продолжать? Точно. Я буду... Это что-то типа локальный. Местный. Не, локальным. Другими словами, я буду локальным идолом, скажем так. Мне нравится проводить время вот в таких маленьких городах, поэтому я не против и так и дальше продолжать проводить свое время. Это все очень замечательно, конечно, но я хочу, чтобы ты росла над собой и стала нечто большее. Кстати говоря, какова была реакция фанатов, что пришли на сегодняшнее событие? Ай, у тебя была какая реакция от фанатов? Я была очень рада. Было много разных людей и много чего прекрасного. Они мне сказали. Кто-то из них сказал, что хочет побольше знать обо мне. И больше видеть меня, но, к сожалению, пока что это невозможно. Да уж, действительно. Пока что у нас особых возможностей для этого нету. В конце концов, Адзуса, ты лишь... качаешь свой опил. Поэтому тебе нужно еще много через что пройти. Да, пока что у нас кое-какой пробел между мной и фанатами. Поэтому пока что на особо компромиссов мы не можем пойти. Кстати говоря, о дырах. Что-то там, короче, в тренировочном лагере, поэтому продюсер, такое нельзя. В тренировочном лагере дыра. Неужели ты об... окне. Ты об окне, что ли? Да, там оно разбито, это очень плохо. Окно? Да, оно постоянно открыто из-за этого. Ну и я не думаю, что то, что ветер дует там, это очень хорошо. Сменили тему. Из-за того, что она разбита, будьте очень осторожны. Ну, короче, да, как и сегодня, что там с фанатами. Блин, а она реально заботливая. Хоть она и на работе, но вспомнила, так, дома там окно разбито, надо ее там что-нибудь с ней сделать, чуть опасно, продюсер, будьте осторожны. Господи, идеальная вайфу. Ну, так лучше. Так, в любом случае, ты сегодня что-то поднялась и стала лучше. И надеюсь, ты поняла, насколько важно иногда быть агрессивной, что ли? А, ну, быть, да, быть более агрессивной, иметь больше уверенности в себе. И она говорит, что, ну... Типа, да,
немного даб, но все равно с этим рукопожатием, что для меня было немного тяжело, потому что я впервые не понимаю до сих пор важности многих вещей. Мне нужно стать более смелой. Ничего нового. В тренировочном лагере мы тебя сделаем сильнее. Я буду тренировать тебя очень много. Да, продюсер-сан, научите обязательно меня всему разному. Но, пожалуйста, не будьте слишком жестким. Потому что я довольно слабенькая еще, так что... Это какой-то странный намек, если честно. Так, это событие имело большой успех. Адзуса немного что-то там со своими чувствами разобралась. И мы начали тренировать ее еще лучше. Ну, стратеж, нужно узнать, из-за чего у нее ее не хватает. У нее в данном случае не хватает, потому что она еще новичок и начинает только становиться идолом. Вот когда будет более уверен, тогда будет... Когда потренируется больше и лучше будет получаться все, то тогда она станет увереннее. Дома. Блин, а... С Адзусой нас, походу, ждет много интересных вещей. Я надеюсь. Секунду. Что-то в горле застряло. Так, братик. Что-то там ночная битва сами. Что? Короче, спокойной ночи, Ами. Господи. Смотрите. Тренируется. Что-то она расстроена. Расстроена. Ну вот именно. Битва на подушках. Да походу я что-то не то понял, наверное. Хотя, знаете, от Ами можно ожидать все что угодно. От Ами и маме. Ладно, дальше продолжим наш ивент. Кстати, насчет записи по ивенту. Я буду выкладывать по ивенту только запись, когда мы будем действительно чего-то добиваться. А как фармим, я этого не буду выкладывать, потому что не сомневаюсь, что это интересно смотреть в записи. Хотя я буду гореть, но все же. Эксклюзив для стримов только.